Почувствуйте дух приключений вместе с путешественником и исследователем Саидом Тулягяновым в одном из древнейших городов Средней Азии, звезде исламского мира в волшебной Бухаре. В этот раз исследователь и путешественник Саид Тулягянов будет ходить по старой Бухаре, изучая памятники древних цивилизаций, встречаться с потомками святых, а также побывает в крепостях, дворцах, некрополях, мечетях и медресе Бухары. Минарет Калян – это самый высокий минарет в Узбекистане, его высота составляет почти 47 метров. Не пропустите «Дух приключений в Бухаре» на телеканале «Дуньо Бойля».